Глобальный феминизм 21 века. Какая повестка сейчас стоит для феминистского движения? Можно сказать, что уже с середины 90-х годов феминизм становится действительно глобальным явлением, потому что крупные и влиятельные международные организации включают феминистскую повестку дня в свои программы и стратегии развития. Еще в конце 70-х годов Организация Объединенных Наций принимает конвенцию о запрете дискриминации в отношении женщин. И все государства, подписавшие эту конвенцию, обязаны предоставлять отчеты о выполнении положений. С 2000-х годов уже такая крупная финансовая организация, как Всемирный банк, публикует аналитические доклады, где оценивает уровень развития страны в зависимости от индекса гендерного равенства. Конечно, для развитых и развивающихся стран стоят разные задачи по достижению равенства, но есть общие проблемы. И международное феминистское движение, прежде всего, вместе с ООН, выдвигает самые актуальные задачи для глобального феминизма. Какие это проблемы? Первое, что объединяет все страны, независимо от их уровня развития, это проблема насилия в отношении женщин. Резолюции ООН обязывают страны ужесточать наказание за сексуальную эксплуатацию, за сексуальное насилие, насилие над женщинами в военных конфликтах и принимать законы об уголовном преследовании за домашнее насилие. Уже более 120 стран приняли такие законы. К отдельным видам насилия, конечно, мы относим суровые наказания в отношении женщин в тех странах, где господствуют патриархатные и традиционалистские нормы. Там, где приходят к власти исламские фундаменталисты, они обычно ужесточают меры в отношении женщин. Придя к власти в Иране, они не только заставили женщин надеть головные платки, хиджабы или одежду, закрывающую все тело, но они лишили их многих прав, которые до этого пользовались женщины в светском Иране. Первой проблемой, с которой сталкиваются женщины Азии и Африки, это проблема бедности. 70% самых бедных людей – это женщины. Вторая проблема – высокая материнская смертность. 30% женщин в этих странах умирают при родах, поскольку не могут получить доступной и качественной медицинской помощи. Другая серьезная проблема – образование девочек. Талибы, придя к власти в Афганистане и в некоторых районах Пакистана, сразу запретили образование девочек. А в 2012 году пакистанская школьница Малала Юсуфзай получила тяжелое ранение в голову в школьном автобусе. Талибы стреляли в нее только за то, что она вела блог о правах девочек на образование. Малалу чудом удалось спасти. Сейчас Малала возглавляет борьбу за права девочек. Она стала лауреатом Нобелевской премии мира. И феминистки поддерживают эти усилия во всех странах. К видам насилия Генеральная Ассамблея и Комитет ООН, занимающиеся правами женщин, относят те виды насилия, которые оправдываются соблюдением традиционных норм. Это принудительные браки, детские браки. Несколько лет назад ООН начала мощную кампанию, которую поддерживают феминистки «Девочки не невесты». Еще более тяжелой проблемой является так называемое убийство чести, когда женщин убивают во имя сохранения чести рода и семьи только за то, что мусульманская женщина, скажем, выходит замуж за христианина. Поэтому феминистки всего мира сейчас объединяют усилия с международными организациями для того, чтобы бороться за ликвидацию всех форм угнетения по разным основаниям в разных странах мира. Конечно, до полного равноправия далеко и в демократических странах. И поэтому борьба глобального феминизма продолжается.